Сергей, расскажите главный секрет. Вот как вы добиваетесь такого как бы немножко резинового теста, но при этом очень вкусного? Чтобы тесто не рвалось при варке, так. Мы вот довели пельмени до кипения, так. Вода закипела, гасим в холодной воде. А, то есть там у вас холодная? Да, здесь холодная вода, здесь кипящая вода. Ага. Продолжаем варить. Так. Дали им повариться еще пару минут, ага. Опять погасили. Ага, понятно. И вот так процесс повторяем три раза. То есть тесто закаляется? Тесто закаляется, да, как бы оно становится плотным, никогда не разорвется, весь сок, ага. Все вкусовые качества уходят внутри пельменей. Супер. И сколько раз так надо проделать? Три, по идее. Я понял. Спасибо большое.